26 января на улице Мельникова, дом 1, были установлены специальные противопарковочные столбики. Это значительно улучшило ситуацию для пешеходов. До этого из-за множества припаркованных на тротуарах машин жителям приходилось передвигаться по проезжей части. Ранее сообщалось, что их установил Химдор. Однако выяснилось, что таким обеспечением кварталов Новокуркина занимается компания «Пик Комфорт». Именно она и установила все столбики на Мельникова. К дому номер 1, вот где мы сейчас находимся, мы начали устанавливать эти столбики и продолжим, конечно, вокруг всего дома мы их установим.